Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня день рождения, вчера я его праздновала. И если вы хотите узнать как, то вы можете посмотреть на моем канале видео, влог с моего дня рождения. И сегодня я бы вам хотела рассказать про свои подарки. Первый, самый крутой подарок, это вот такие вот шары. Их здесь 11 штук, и они с единорогами, так как я обожаю единорогов. Дальше будут подарки от моей подруги Тани. Она мне подарила большую упаковку конфет. Так. Потом она мне подарила вот такое вот сердечко из фоамирана. Оно мягкое. Так, и еще она мне подарила открытку. Там написано было «Здоровье Арина». И там лежало 500 рублей. Давайте дальше. Это вот такой вот подарок от моей подруги Сони. Вот он вот так вот выглядит. Это пакетик с единорогами. Там была еще вот такая вот штучка с вермишелькой. И вот такая вот красота. Это очень крутая штучка, она переливается. Очень круто. И вот. И там всякие... все для души от Тимати. Ну, от Тимотея, или как кто говорит. Ну, и там еще было... Сейчас вам покажу. Вот такой вот кошелек с единорогами тоже. Ну, и очень много всяких чупа-чупсов просто. Их тут очень много. Вот. И еще мне подарили много денег. Да. Около 2000. Но это пока что еще не все деньги, которые мне подарили. Ну вот. И еще мне подарили вот такой вот набор ластиков фастфудов. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kings and queens and bishops too, we want to wish the best